Этот 6-метровый гусь появился возле метро «Алексеевская» в воскресенье днем. Хоть и сделан из дерева, крылья у него поролоновые, прилететь сюда, на проспект Людвига Свободы, он все-таки смог. Местные жители огромного создания не испугались. Неожиданное появление птицы их только позабавило. Да что вы боятся? Я бывший охотник. И отличная утка. Пусть стоится на здоровье. Она веселит нас. Но некоторые маленькие жители микрорайона на Алексеевке к огромной птице подходят с опаской. Лиза дотронуться до гуся не решается. Мама девочки улыбается. Ребенку нужно привыкнуть к неизведанному. Детки, остальные нет. Абсолютно. Радовались, кричали, га-га-га. Откуда здесь взялась огромная птица, местные жители не знают. Да и неважно, говорят. А вот чиновники рассказывают, появление гуся не случайно. На Масленицу хозяин украинской деревни стоял на площади Свободы и гордо представлял весь Дзержинский район. Теперь он станет символом Алексеевки, шутят в районной администрации. Когда строилось Павлово поле, некий символ Павлова поля, это лесной олень он установлен. А на Алексеевке мы решили, должен быть тоже свой герой, поэтому там стоит гусь. Кроме того, добавляют в райисполкоме, 6-метрового гуся специально поставили рядом с детской площадкой, чтобы он дополнил поляну сказок. Посмотрим, как он приживется. Сколько большая птица простоит на Алексеевке, неизвестно. В райисполкоме говорят, останавливаться на достигнутом не собираются. Шутят, что рядом с гусем могут появиться и маленькие гусята. Правда, местные жители в этом не уверены. Да и место обитания для птицы, говорят, неподходящее. Я не знаю, где ей место. В Москве больше ее желательно. Может, там, где водичка больше. Виктория Таряник, Мария Жуйкова, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».